Всем добрый день. Сейчас вам расскажу и покажу, как подключать обогрев ленту. Как раз у нас поступил заказик. Одна девушка попросила, чтобы я ей сразу же подсоединил вилку. Вот обычная вилка с двумя проводами. Но здесь у нас на обогреве выходит три провода. Если вы хотите вот этот зеленый, это заземление. То есть вы можете купить вилку с заземлением. В принципе, она не нужна. Два белых, это 220. То есть сейчас я их отсоединю и подключу ленту. Заизолирую изолентой, упакую и проверим. Так что идем дальше в порядке. Подсоединили с такой-то любовью. Ну как? Там на глушняк. Сейчас для того, что нам нужно проверить. Здесь, например, в офисе градусов 20. То есть он сейчас хоть как не включится. Сейчас мы делаем так. Кончик на улицу в снег, вилку в розетку. Поехали. Немножко длинное видео опять. Берем. Это 14-метровый провод. Ложим сюда его. Включаем в розетку. Да что за розетка у нас такие? Включили. Берем кончик. Вот где термодатчик. И аккуратно его ложим в снег. И вот он уже начал нагреваться. Немножечко прикроем. Аккуратно. Все, он уже начал греться. То есть лента пошла уже греться. Вот так идет проверка. Смотрите, многие говорят, рука терпит хоть как. То есть вот тепло. Поэтому, если кто-то говорит, он не должен быть там 60-70 градусов. Просто рукой должен быть. Напоминаю, значит, подсоединяется два белых на 220, а зеленый откидывается, это заземление. То есть в этот провод идет два белых провода. В основную вилку, в розетку. Вот и все. Все работает, все отлично. Летом вы можете проверить вот этот кончик. Где термодатчик? Расположить его в банку с холодной водой из бочки, там из скважины. То есть опускаете, и все, он герметичный. Ничего сложного нет. Также по расположению, если вот вы располагаете ленту в грядке, да, она у вас идет, вот так идет, вы должны расположить его горизонтально, то есть на одной плоскости. Тепло дошло, термодатчик выключился. Он остыл, лента включилась. Ничего сложного нет. Если вы расположите внизу, у вас будет там холод. Если вверху, то у вас будет земля быстрее от солнца прогреваться, потому что в теплице теплее, чем на улице. Самое оптимальное это сбоку. Чем дальше вы положите, тем дольше у вас лента будет работать. Чем ближе, тем меньше будет работать. Вот и все. Ну вот, спасибо огромное, что нас посмотрели. Сейчас запечатаем в такую упаковочку. И сегодня отправим далеко-далеко. Так что... Кто у нас приобретает ленту, встречайте. Добрый всем. Про обогрев отправляем как? Отправляем, пакуем. Например, лента 14-метровая. Да. Провода, термодатчик, инструкция, каталог, пакет, паспорт, технические включения плюс 15. Плюс-минус 2 градуса, отключение 20, плюс-минус 2 градуса. Все это сейчас упакуем, покажу в упаковке. В упаковке он будет вот так получается. Пленка. Поехали. Такая упаковочка. 14 метров. Город Калининград. Завтра отправим. СДК или почта. Там как прием захочет. Оформим, отправим. Любое время суток.